Здравствуйте, дорогие зрители! Я стою на пороге 14-й гимназии и сегодня собираюсь провести расследование на тему, как же проводят этот день наши прекрасные учителя. Итак, следуем за мной! Что вы собираетесь делать на празднике в честь 8 марта? Тусить. Играть и слушать музыку. Грызть ногти. В женщине должна быть загадка. Танцевать, петь. Гулять. Как вы оденетесь на празднование 8 марта? Скромно. Ветерок какой-то сверху, вот сейчас, кстати, выбросили в ГУМе батники, блайзер сверху. Обычно в купальник. Красивое-красивое яркое платье. Ну, красивую маску, наверное, взяла с собой цветы. Так хочется быть красивой. В купальнике. Мужчины такую женщину не пропускают. Тапочка. Сколько часов вы собирались на этот праздник? Ой, очень много. Очень много. Всю жизнь. Отпад. Вы даже помолодели, Людмила Прокофьевна. Где вы собираетесь провести 8 марта? В квартире у кого-нибудь, когда родителей нет дома. В вашей квартире. В подъезде. Ты заходи, если что. В клубах. Где лучшие тусовки? У нас в клубах. Где лучшие подруги? У нас в клубе. Где люди живут хип-хопом? У нас в клубе. Если я нужен тебе, ищи меня в пентхаусе. Во сколько вы собираетесь вернуться после празднования 8 марта? До часа ночи. До ночи. За полночь. Часов до 12 могу. До 12. До 4 утра. Женщины. Как вы отнесетесь к этому видеопоздравлению? Вася. Отлично. Буду подходить положительно. Но надо избегать такого поведения. Чернота-то какая. Слепота.